Еще один вкусный салатик в вашу копилочку. Готовится все просто, ингредиенты все простые, доступные, салат бюджетный. Получается очень вкусно, и его можно, кстати, подать и к праздничному столу, если красиво оформить. Оставайтесь со мной. В первую очередь берем самую обыкновенную картошечку. У всех же есть, наверняка у всех. Картошку я буду натирать на терке для корейской моркови. Сделаем мы сейчас с вами картофель пай, он будет в составе салата и получится очень вкусно. Тертый картофель отправляю в холодную воду, буду промывать до прозрачной воды. Видите, какая водичка прозрачная? Делается это для того, чтобы удалить лишний крахмал, чтобы картофель не темнел и в процессе приготовления оставался хрустящим. Картофель перекладываю на бумажные полотенца и хорошо обсушиваю. В сковороде хорошо разогреваем растительное масло. Масло столько, чтобы картошечка плавала, жарилась во фритюре. Отправляем туда небольшую порцию картошечки. Много не нужно, обжаривать будем небольшими порциями. Готовится картофель очень быстро. Вот так. Пока обжаривается картошечка, берем яйца, заранее отваренные вкрутую, и натираем на крупной терке, прям в салатник. Также на крупной терке натираем небольшой кусочек твердого сыра, прям в салатник. Подписывайтесь на мой канал, у меня много простых и вкусных рецептов на каждый день и к праздничному столу. И не забывайте поставить лайк. Когда картошечка хорошо подрумянилась, перекладываем ее на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Свежий огурец, немного, достаточно половины огурчика. Нарезаем тоненькой соломкой. Огурец идет к остальным продуктам в салатник. Сюда же отправляем щедрую горсть картофеля. Вот так. Для пикантности добавлю зеленый лучок. Солим и перчим по вкусу. Ну а заправлять салат я буду майонезом. Хотя можно заправить и сметаной, но с майонезом, на мой взгляд, вкуснее. Все это перемешиваю. Подать можно как в большом салатнике, так и порционно. Например, в креманках, либо как я сегодня буду подавать на блюде. Выкладываю щедрую порцию салата, прям горочкой. Не думайте, что много, потому что салат съедается очень быстро. Он очень вкусный. Поэтому у вас еще добавку попросят. Смотрите, картошечку я оставляла. Оставляла ее для украшения. Вот таким образом посыпаю сверху салатик. Вот такая красота получается. Такое вот солнышко у нас с вами получилось. Пробую. Вкусный, сочный, хрустящий и незатратный салатик. Все, как я люблю. Берите на заметку, готовьте с удовольствием, пусть и вам будет тоже очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита, вот такого настроения и пока!